Президент России Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал и начать выплаты уже при рождении первого ребенка. Эта тема открывает наш рейтинг. Родителям первенца с января этого года положена выплата в размере 466 тысяч рублей. При рождении второго – дополнительно 150 тысяч. После третьего государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки. Также президент объявил о продлении программы маткапитала до конца 2026 года. Такое заявление глава государства сделал во время послания президента Федеральному собранию. Это значимое для всей страны событие занимает четвертую строчку нашего рейтинга. Помимо темы маткапитала, Владимир Путин говорил о достойном уровне зарплат бюджетников, внесении поправок в Конституцию и многом другом. Именно после этого послания 15 января правительство во главе с председателем Дмитрием Медведевым решило сложить в себя полномочия. Путин предложил на пост премьер-министра кандидатуру Михаила Мишустина. Запросы о нем открывают тройку лидеров нашего рейтинга. Ранее Мишустин был главой Федеральной налоговой службы. Его назначение Госдума одобрила. Жители области, видимо, решили лучше разобраться в политической обстановке в стране. На строчку выше запросы об отставке правительства. На такие действия министров подтолкнули предложенные президентом России Владимиром Путиным меры для конституционной реформы, которая должна изменить конфигурацию власти. Но уже вечером 21 января был объявлен новый состав правительства. 19 января, Лас-Вегас, турнир UFC 246. В главном бою ирландец Конор Макгрегор просто уничтожил американца Дональда Сероне. Эта тема стала лидером нашего рейтинга. Поединок не продлился даже раунда. Макгрегор жестко пробил левым хайкиком и отправил ковбоя в нокдаун, после чего зажал у сетки и начал добивать. Судья вскоре вынужден был остановить бой. С начала поединка прошло всего 40 секунд.